Конкурс «Учитель года» проходил в юбилейный, 25-й раз. Несмотря на четвертьвековой возраст, соревнования продолжают меняться год от года. Так, в этот раз к основным заданиям добавился заочный этап. На суд жюри педагоги должны были представить видеозапись своего урока. Как и выпускники школ, наставники для участия в конкурсе теперь должны написать диктант. Грамотность спрашивается со всех педагогов без исключения. Наверное, самая важная особенность этого конкурса, он ежегодно нам находит новую педагогическую звездочку. И это отрадно, что это действительно состоялось. Все 29, они действительно все яркие были участники. Но у конкурса есть критерии, очень строгие. Эмблема педагогического конкурса – пеликан. Эта птица издревле символизирует желание полностью отдаться своему делу. Безусловно, все конкурсанты отвечают этому требованию. Ну а тройку лидеров наградил губернатор Сергей Морозов. Я с огромным удовольствием приветствую тех наших учителей, которые принимали участие в учительских соревнованиях этого юбилейного для нашего конкурса года. Ну и, конечно же, я обращаюсь с словами приветствия будущим победителям. Третье место досталось учительнице физики многопрофильного лицея номер 11 Марии Кирилловой. Серебро получила педагог русского языка и литературы гимназии номер 34 Ирина Давыдова. Пальма первенства оказалась также в руках преподавателя русского и литературы, но из лицея номер 16, города Димитровграда, Анастасия Мингачева. Я когда шла на испытание, мастер-класс или педсовет, я думала, что я волнуюсь. Нет, я волнуюсь сейчас, уже когда все закончилось, сердце бешено стучит, и хочется и улыбаться, и плакать одновременно, и обнимать всех. Чувство радости, конечно, чувство гордости за саму себя и чувство радости. Именно она представит регион на всероссийском конкурсе, который состоится в Армавире. Желаем же Анастасии Мингачевой достойно выступить за честь родной Ульяновской области. Егор Титов, Данила Сурков, новости дня, Ульяновская правда.